Будьте добры, сюда подойдите. Помогите в награждении. В дисциплине боксе. Группа А. На зеленый пояс включительно. За третье место награждается Савин, Савин Тимофей. И чемпионом в этой дисциплине стал Вавилов Никита. Аплодисменты, фотографии. Спасибо, молодцы. Работайте дальше. Категории Б. С пятого круга начинаем. Дисциплине акробатика. 2002-2000 года рождения. Категория А. За первое место награждается. За третье место пишет. Коновалов Михаил, Новоселов Андрей. Второе место занял Савин Тимофей. И чемпион стал Лебедьков Павел. Весовой категории до 63 килограмм хирурги. Награждается за третье место Васильев Юрий. За второе место Коновалов Михаил. И чемпионом стал Савин Тимофей. Спасибо. Весовой категории до 52 килограмм. За третье место награждается Нужкин Егор и Вавилов Никита. Второе место занял Цыганков Максим. Сюда идет. И чемпионом стал Коблев Максим. Спасибо, аплодисменты, хлопаем, поддерживаем спортсменов. Весовой категории до 37 килограмм. За третье место награждается Белин Артем и Малышев Иван. Второе место награждается.
четвёркой стала Холостова Валерия. Аплодисменты. Дисциплине акробатика. Категория Б. За третье место награждается Казантов Александр и Малышев Иван. Второе место. Холостова Валерия. И чемпион. За третье место по общей физической подготовке награждается Леметьков Павел. Второе место занял Савин Тимофей. И чемпионом стал Атаханджаев Бекзот. Спортсмены соревновались в кросс, отжимания, приседания и мышцы живота в скобочках. Они набрали больше всего баллов и стали призерами чемпионом. Весовой категории до 41 килограмма. За второе место награждается Новоселов Андрей. И чемпионом стал Руссо Денис. Спасибо. И в самой категории до 41 килограмма за третье место награждается Казанков Александр. За второе место Журавлев Максим. И чемпионом стал Прилуцкий Алексей. Все, спасибо. Есть такие, кого вдруг не наградили? Надеемся за задержку. Весовой категории до 52 за третье место награждается Волшебников Александр. И чемпионом стал Васильев Юрий.